вот своим учеником, сейчас я буду ему рассказывать, это посылка из химреактивы, это ну, из Украины, из города Ивано-Франковска, это через целую Украину, ну, мы заказали, значит, поставщиком там новой почтой, нам прислали, это для начальных работ, для того, чтобы мы могли запустить лабораторию, здесь вот набор некоторых необходимых материалов, которые нужны будут на начальном этапе. Вот мы сейчас это будем вскрывать. Сейчас посмотрим, что здесь у нас есть. Так, значит, вот эти пресловутые подставки для больших пробирок. Колоссальнейшая штуковина. Смотри, где, что пишут. Производитель, изготовитель. Мини-мед. Смотри. Город Брянск. Супонево, шоссейное. Это где город Брянск? Это Россия, да? Да. Ну вот, Брянске. Стоит вот эта штука 110 гривен. Не знаю, за что тут 110 гривен, ну просто... А других нету. Вот хочешь бери, хочешь смотри. Вот у нас получилось в этой посылке, вот просто вот 330 рублей, просто за вот это удобство, чтобы стояли пробирки. Но дело все в том, понимаешь, что... Можно использовать банки, кружки, все, что хочешь, можно использовать. Картонные коробки, но это все не то, потому что когда работаешь, надо четко, чтобы ты пробирку вынял, поставил. Почему? Потому что если ты ставишь эту пробирку, например, в банку, оно все перемешалось, ты не помнишь что. А если ты, пробирочки у тебя стоят, ты знаешь, что спереди у тебя посадка, например, одна культура, там другая серия, там третья, там четвертая, ты четко это все фиксируешь. То есть все другие способы не подходит, поэтому приходится понемножку все равно выкладывать деньги, ну и понемножку собирать вот эту штуковину. Так, здесь нам прислали счет, вот совсем. Так, что тут есть? Так, где этот штатив? Да, 110 гривен, 330 вот это все рада стоит. Так, дальше, что это? Все, это нам писать будем. Или в другое место. Так, естественно. О, все нормально у нас доехало. Смотри. Аккуратненько. Так. Держи. Лучше вот это держи, а я буду вот это держать. Значит, это, я так понял, 50 и 50 пробирки. Вот пробирки для грибоводства. Смотри, это большая пробирка называется. Я не помню, как, по каких параметрах тут, или по длине, но я не знаю. Двадцатка она, по-моему, называется. Вот большая. Для грибоводства других пробирок не надо. Ни маленьких, ни средних, никаких. Вот нужна вот такая большая пробирка, в которой делается вот этот скос. Почему большая? Потому что иногда культуры хранятся долго. Может быть, на 2 года хранится. И если будет мало вот этого агара, он просто высыхает. И там получается у тебя сухой пушок с, ну, с непонятным вариантом, на непонятным, будет он жить, не будет он жить, но это не вариант. На таком толстом агаре культура может храниться даже 3 года и оставаться живой. Вот поэтому нужна вот, только вот этот формат большой пробирки. Мы сразу взяли 100 штук, это немного, но для начала, потому что не только нам пробирки надо, всего надо много. Поэтому для начала взяли вот это. Теперь сразу. Это Лизоформин 3000. Лизоформин 3000 это прекраснейший препарат для уничтожения бактерий, туберкулез, вирусы, гепатит В, С, ВИЛ, полиомиелит, дрожжи, грибы, споры. То есть действительно уничтожает все. Концентрации 20 мл на 1,5 литра, получается 75 литров рабочего раствора вот этой штуки, которой можно обрабатывать стены, полы, блоки. В лаборатории без него никак не обойтись. Значит, рабочая одежда. Все обрабатывается. В концентрации 0,75 получается, по-моему, процента. Его хватает ровно для того, чтобы ну, ничего нас не беспокоило. Но используется только в отсутствии грибов. Потому что содержит формальдегид. То есть в помещении, там, где идет вырастание грибов, он никогда не используется. Только для зачистки, после смены там... выращивание и все такое. Потому что препарат ядовитый, поэтому к нему нужно относиться соответственно. Так, теперь. Питательная среда Сабуро. Питательная среда Сабуро это селективная питательная среда для выращивания грибов. Вот я уже на протяжении нескольких лет пользуюсь только этой средой. Она мне понравилась.
она очень классно расходится в горячей питательной среде, то есть вообще никаких проблем, она не выпадает в осадок, вот как обычный агар. В общем, с ней работать вообще прекрасно, стоит абсолютно нормальные деньги в химреактивах. Телефончик вот здесь, в химреактивы, можно будет себе перезвонить и заказать, если надо будет. И вот и все, вот хорошая такая вот штуковина. Ну, здесь 250 грамм, приблизительно 1 литр, на 1 литр идет 61 грамм вот этой среды, 62 грамма вот этой среды, это получается приблизительно где-то на 3,5 литра питательной среды. Ну, в пробирку помещается 20 кубиков, 10 пробирок помещается 200 миллилитров. Угу. То есть из расчета это много, это хватит. Дальше. Что мы еще заказали? Тут нам книгу прислали. Ну, это все понятно. Теперь прислали вот такие две. Взяли мы таких два для начала. Раньше я покупал хорошие французские прорезиненные халаты. Продавались у нас в эпицентрах. Было такое время. Но почему-то они сейчас в последнее время исчезли. Поэтому мы взяли... О, смотри, какая, Оля. Беленький, классный. Здесь маркером можно... Фирма веников не вяжет, написано. Фирма делает грибы. Вот, смотри, какая красота. Стоит всего-навсего 55 гривен. То есть это абсолютно нормально. И по качеству видно, что... Ну, послужит он, короче, какое-то время. Ну и вот эта штука желательно, кстати, при всяких там лабораторно-посадочных работах. Именно пузо. Надо обязательно хорошо обработать лизоформином, потому что главное обсеменение идет обычно вот отсюда из одежды. То есть это если у тебя обработано, то есть все, все, что ты будешь сеять, все защищено. И это прекрасно. Хороший, значит, халат, не зря брать. Раз. Теперь еще один запасной халат. Два. Мы взяли просто на пробу, я просто не знал, что это. Ага. Покупали как кота в мешке, ну, хорошие халаты, можно будет их купить. Там для всего персонала, кто будет работать. То есть хорошая вещь. И тем более цвет такой хороший, белый. То есть на нем будет хорошо видно, если он там нечистый и так дальше. И на всякий случай тоже из опыта я решил взять вот такую штуку. Ну, с той же целью. Вот, хорошая. Ну, вот такая медицинская прорезиненная ткань. Которая рассчитана на этаклавирование, на все что угодно. С той же целью, то есть по шаблону от этого халата, от нее мы отрисуем. Здесь, по-моему, что-то там много метров, здесь его есть. Ну, короче, вот два передника можно еще из этого сделать, то есть можно даже и три. О, оно все в тальке. Короче, вот такая штука. Вот набор начинающего миколога, то, что нам будет необходимо для начальных работ. Вот такая была у нас посылка. Если вам нужно что-то заказать на химреактивах, вот на видео есть номер телефона. Звоните, пожалуйста, заказывайте.